что? Не знаю, мы уже уехали. Еще матиться, блядь. Мат такой отборный, вообще ужас какой-то. Я все понимаю. Вы понимаете, молодой человек, иногда операторы не слушают нас. Вот я заказываю сколько раз. Правда. Я говорю, спасибо. Вы заказали несколько раз, несколько машин приехало. Нет. Я когда сумму больше, чем ваши говорят, то я говорю, нет, спасибо, не надо. Неужели непонятно? Они операторы кидают трубку до этого времени. Пока времени... ты им дашь согласие. Да. Ты им еще не ответил, они уже кинули. Они трубку. Уже кинули, да. Ты понимаешь как? Я вообще всегда поражена. Честно, была бы воля таксистов, мы бы заказы по телефону не брали. Потому что там каждый второй не выходит. А как? Это невыгодно. Приложение? Конечно. Не, ну каждый второй не выходит. Ты видишь, как Люк? Чего? Таксисты не выходят. Ну вон, две машины к вам приехало. Вы в одну сели, вторая пустая. Каждая вторая машина, вот пустая. Да мы это понимаем, но я сказал, не надо. Да это не важно. Важно, что... Ну мы же тоже не виноваты, что нас операторы не слушают, вы поймите нас. А кто виноват? Мы? Вы тоже не виноваты, и мы не виноваты. Поэтому мы не хотим возить такие заказы, которые заказываются по телефону. Я вот что хотел сказать. Вот чего. Я понимаю вас. Надо с приложения заказывать, что ли? Ну, как-нибудь, да. Ну, с приложения пальцем там водить, ты поняла? Надо приложение себе сделать. Скачать. Скачать. Сегодня, кстати, почему-то Теле2 не вызывалось. С Теле2 не вызывались такси. А почему? Без понятия. Вот сегодня целый день. Вот такая была фигня. Только вечером началось. Люб, с утра... А у меня Сбербанк глючил сегодня вечером. И Сбербанк глючил. И не только Сбербанк, еще какая-то Тинькофф глючил. Вот сейчас вот там, где машина, вот здесь светофор, вот тот. Направо, вот к той палке. Телефон звонит. Да, я слышу. Покупалки. Слушаю вас. Ну, заказ от меня за парковку, это понятно. Мы вам сказали, что мы не поедем. Ясно. По-моему, какую-то комбинацию надо нажать для того, чтобы отменить заказ. 13. Ну, мне ничего сейчас не сказали. Да? Просто заказ от меня таксопарком. Вот здесь направо сейчас вот так. Да, вот за эту машину тормозите меня, пожалуйста. Я выйду. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Хорошая работа. Любань, я тебя целую. Давай, Люсь. Увидимся. Нет, заходи завтра. Опа. Дебила к своему пошла навстречу. Вот дебила. Почему дебил? Во-первых, ей 59, ну 60-й год идет. А ему 40. У него морда, как у змееныша, и все повадки. И каждый день пьяный. И на нее кидается, приходит, когда к ней. Может, ей нравится. Ой, мы говорим, да ты мазохистка, что ли? Да что ж такое? Есть такие люди, да. У, какая мерзость. Как с щенком, мы говорим, как сучка со щенком. И вот он ей сейчас звонит, ты где? Он даже не найдет магазин, потому что пьяный. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк, ребята серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Подключает к Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка по всей России. Комиссия всего 50 рублей в сутки, а автовыплаты ежедневные без комиссии. Есть 4 вида моменталок, выбирая именно тот способ, который подойдет тебе. Также подключает к сети Мобил по всей России и самозанятых водителей. Ссылку оставлю в описании, заходите на их сайт и подключайтесь. Техподдержка работает круглосуточно. 1, 2, 3, вот, пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания, всего доброго. Я бы серьезно не брал бы заказы, которые заказываются по телефону. Такая возможность есть, поставить безнал в парке, по
эксперт-парке это делается вот так вот за 6 секунд. И все, и катаешь только без нал. Ну, сейчас такой период, сейчас без нала мало. Я бы вот клиентов через приложение по наличке бы тоже возил. А вот клиентов, которые по телефону, нет. Потому что у них реально каждый второй заказ никто не выходит. Либо две машины приезжают, либо цена не устраивает. А операторы, они действительно дураки, ну полные. Сейчас операторы не те, которые работают, везете. Ну, заказы очень херово принимаются, отнимаются, херовое место подачи, точки неправильные. Я уже много раз про это снимал. И в своем телеграме часто об этом рассказываю. Поэтому, ну, вот так вот есть. Бывает. Сегодня один заказ был, который по телефону, я приехал, а там точка, ну, очень была запутанная. Там, блядь, я понимаю, что как бы, они-то сделать ничего не могут, эти пассажиры, потому что операторы дураки. Но мне так, как водителю, делать намного больше работы нужно. Я подал автомобиль, а мне надо его еще раз подать. Без каких-либо доплат сделать это, возможно, там, плюс 5 минут, плюс 7 минут. Для того, чтобы подать автомобиль, где-то развернуться, где-то там во дворе тяжело задом выезжать. То есть такие вот моменты меня этого очень сильно раздражают. Сейчас заказ поймал, 500 метров. Чё, блядь? Ну, 81А, все точно. Да это, приехал к дому 81А, в комментарии влазит, Шекснинская, дом 81А, но я у него и стою. Заказ на 500 метров на 2 минуты. По зеленке. Это 70 рублей. Автомобиль я подавал 1,8 километра. Ух ты. А вам детский не надо тариф? Да? А там доплата за детский, знаете? Доплатите, давайте. Просто если бы вы заказали бы детский, приехал бы тоже я. Да. Давайте я вам скину, что пожалуйста, как это сделать. Не забудьте пристегнуть. Можете чаевые оставить в приложении. Поездка по Яндекс.Картам займет 2 минуты. Сейчас кто-то в комментах напишет: «Ля ты крыса!» Блин, на самом деле я не сказал, что я вас не повезу, вам нужен детский тариф. Я спросил, вам детский тариф что, не нужен? Просто, как я думаю, что там одному бы ребенок бустер бы нужен был бы, и все. А второму не нужен. Поэтому как бы это вопрос был. Но там сказали, что просто ехать мало. Извини, пожалуйста. 70 рублей стоил, да. Давайте сейчас проверим, насколько пассажирка была честная. Я к ней отнесся с душой, как вы все и говорите. Надо быть добрыми к пассажирам. Я добро отнесся, типа, окей, да, давай, не буду отказывать. Отвезу туда-сюда. Посмотрим, скинет она чаевые какие-нибудь или не скинет. Мне, честно, интересно. Здравствуйте. Пархоменко, да? Чего? Пархоменко, да? Да. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть. Работал за сутки. Что делали? А, приборы. Техническое обслуживание. Хуярил. Где-то с полдесятка. Хватит, нахуй, на сегодня. Везет кому-то. Мне еще, блядь, 4 часа работать. Я примерно где-то столько же вышел. Такси это вообще хуевая работа, честно. Непонятно ради чего. Как ради чего? Ради геморроя, инсульта, инфаркта. Ну, нахуя тебе такой расклад, если ты сам знаешь. Да я угораю. Нахуй там надо, блядь. Да своя не пусть еще. Конечно. Твоя машина? Моя. Тем более, ебашь. Че, надо на чужой? Живешь, блядь, на своей машине работаешь. Не, ну на своей выгоде, понятное дело, но не в этом суть. Порой ты бабки не откладываешь, нахуй, а машина у хандока еваешь, потом, блядь, где бабки взять машину, блядь, поменять. И пиздец. Обычно ж как, не всегда. Но это надо уметь еще отложить деньги. Уметь собирать, уметь экономить, блядь.
Не, ну по-разному, блин, тут слышишь, иногда таксистов хорошо зарабатывают. Есть. Ну у каждого свое хорошо. Да, блядь, походу кто-то мне говорит, под 80 зарабатывают, блядь. Под 80? Что-то такое, блядь, 70-80, блядь. Может, в Краснодаре, блядь, что-то где-то слышит такое, думаю, ну, блядь, может быть, тогда есть еще смысл поебаться. Ну, тут дело, видишь, в чем? Смотри, тут просто пойми, вот, задай себе вопрос, это все, что ты хотел в этой жизни? Вот, когда такой задаешь себе вопрос, типа, это, ну, типа, до скольки лет ты собираешься в такси работать, ну, ты понял? Тогда ты подумаешь, надо, ёб твою мать, действительно, хуйня какая-то, блядь. Типа, блядь, там, типа, лет на 20 там встретить, работать часов в такси, ну это пиздец. Не, ну тут есть карьерная лестница, типа. Да, сначала хуйня. Работаешь на аренде, потом на своей, потом парк свой открываешь, там. Когда работаешь на какой-то работе, один хер не всегда ж ты загружен на 100%. Уже в этом есть плюс. Где-то может есть там неделька там какая-нибудь напряженькая. А бывает, что такая работка там с 8 часов рабочих, ты там, блядь, реально работал 4 часа, например. Пиво тебе. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Такого мнения люди о таксистах. 80 тысяч в Краснодаре. Бля, да в Краснодаре, насколько я знаю, заработки намного получше, чем в Волгограде. Потому что там больше плотность, больше работы. Люди по работе катаются. Мне кажется так. Там даже есть бизнес, по-моему. У нас, блядь, Каплюс-то вот вскоре пополам появился. Забавная была поездка. Ребят, короче, закончил я смену, и по поводу чаевых, которые мне обещали скинуть, все-таки скинули, вон, 50 рублей. Это даже больше, чем стоит детский тариф, потому что, я еще раз говорю, я бы подкинул максимум туда один бустер, который стоит 20 рублей. Долго чаевые не приходили, они только под вечер, под конец смены пришли. Я думал уже, что не приду, но уже вообще домой собирался, вспомнил этот момент, посмотрел. И решил сказать правду. Нельзя клеветать человека, который катает без детского тарифа не из-за того, что нет денег. Возможно, для удобства. Но я так делать больше не буду, обещаю.